Переход Казахстана к цифровому телевещанию уже не за горами. Этого дня с нетерпением ждут не только миллионы зрителей, но и отечественные производители бытовой электроники. Для приема цифрового сигнала нужен специальный ресивер, а их уже выпускают в Казахстане в больших объемах. Мало того, одно из совместных предприятий ведет разработку отечественной модели цифрового телевизора со встроенным тюнером. Инновационную площадку увидел Аскар Сергалиев. Еще пару лет назад жители аула Жармухамбет даже представить не могли, что в их селе появится современный завод радиоэлектроники, который обеспечит их постоянной работой. Но благодаря программе партнерства государства и бизнеса мечта стала реальностью. Мы рады, что нам открыли такой завод. Работа нам нравится. Все люди с поселка. Раньше мы ездили в город, а сейчас вот рядом. Некоторое время сельчане учились сложному ремеслу у южнокорейских специалистов. И теперь ресиверы для приема цифрового телесигнала, которые они выпускают, пользуются широким спросом на внутреннем рынке. Сегодня казахстанский завод успешно конкурирует с иностранными производителями. Только за год продано около 180 тысяч ресиверов. Секрет такого успеха очень прост. Казахстанские дилеры предпочитают иметь дело с фирмой, которая не только продает, но и дает гарантию, а также оказывает сервисное обслуживание. Соучредитель совместного казахстанско-корейского предприятия господин Им Хе Сун строит смелые планы на будущее, ведь Казахстан, по его мнению, весьма привлекательное государство для иностранных инвесторов. С упрощением визового режима корейским инвесторам стало еще проще работать в Казахстане. Здесь государство уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, особенно внедрению инновационных технологий. Поэтому мы намерены значительно расширить линейку нашей продукции. Сегодня совместное предприятие очень тесно сотрудничает с Национальной телерадиовещательной компанией Казахстана. Деловое партнерство помогает развивать торговую сеть и внедрять технические новинки. У нас есть разработка по производству телевизора со встроенным уже тюнером для приема спутникового эфирного телевидения. Ну, пока на стадии разработки. Также у нас разработаны телефоны для офисов HDMI формата. С наступлением цифровой эры в Казахстане завод планирует выйти на полную мощность и заняться производством не только телевизоров и телефонов, но и параболических антенн, а также компьютерных планшетов со знаком «Сделано в Казахстане». Аскар Сергалиев, Галым Шалабаев из Алматинской области.